Друзья, всем привет! С вами Алекс, строительная компания «Элькем Япы». Сегодня мы с вами находимся практически на вершине мира. Жилой комплекс «Элексус» Б-блок, 12 этаж. Именно тот этаж, на котором будут террасы, самые большие, по 45 метров. Осталось здесь две квартиры. Попросили некоторые мои подписчики снять для них специальный обзор. Ну и в принципе в целом для всех, кого это может интересовать. Две южных террасы уже проданы. Вот на 12 этаже есть две северных. И есть еще на 13-м, но там нужно будет разбираться. Я так вкратце покажу, возможно, но более подробный обзор сделаю именно по 12-му сейчас этажу. К сожалению, еще нет вертикальных перегородок стен, но сами террасы, в принципе, обозначить можно будет. И самое главное, наверное, это виды, какие открываются. Несмотря на то, что сегодня достаточно пасмурная погода, я думаю, все равно будет понятно, что можно увидеть с этих террас, за что платить. Какая стоимость, также покажу планировки. В принципе, здесь стандартные квартиры 1+1, но фишка, конечно же, это террасы, 45 квадратных метров терраса. Поэтому давайте смотреть. Итак, друзья, давайте я вам попробую показать с самого входа. Вот как раз на северную часть лестничная клетка, да, вот лифт здесь будет, который именно на северную часть. И вот мы представляем, что мы вышли из лифта. Давайте так представляем. Сразу давайте здесь вот такая большая площадка. Честно, до конца я пока не понял, не успел уточнить. Я так понимаю, что она будет общего пользования. Можно будет из этой квартиры выйти, видимо, и вот из южной, да, которая на юг туда выходит терраса. Ну, нужно будет уточнить. Покажу на план, на карте, да, на плане этажа. Вот, вот лифт северный, давайте его назовем. Вот мы вышли налево, здесь лестничные пожарные марши, и вот мы выходим. Напомню, 12 этаж, блок Б. И здесь осталось две квартиры. Вот одна, назовем ее северо-западная. На запад, на север. И вот терраса, да, тут стоят блоки керамзитно-бетонные, но понять, конечно же, будет можно. Вот такая вот терраса. Давайте покажу. И вот вторая квартира. Тоже вот такая большая терраса, 45 квадратных. Я сейчас показываю саму террасу и отдельно сниму виды, какие с них открываются. Вот блок С напротив достраивается, блок А тоже. По блоку А делаю такой прогноз, тоже должны в скором времени открыться продажи. Здесь будут квартиры планировки 2+1 и 3+1. Для многих это будет новость, но также будут с террасами здесь квартиры. Вот, давайте вернемся тогда к самим террасам нашим, которые находятся здесь у нас в блоке Б на 12 этаже. То есть еще раз давайте, друзья, вот я в окне укажу, какой конкретно номер этой квартиры. Вот прямо будет дверь, мы заходим в первую квартиру. Северо-западная. Будет у нее вход вот так прямо. И это вот, эта терраса относится именно к этой части. Давайте посмотрим, какие виды открываются с этой террасы. Да. И вот вторая квартира, северо-западная, здесь должен быть вход у нее. Представим, что мы вошли. Это вот квартира планировки 1+1, северо-восточная, я сказал северо-западная, северо-восточная. И вот выход у нее на террасу, 45 квадратных метров. И давайте посмотрим, какие виды именно с нее открываются.
Так, друзья, плюс-минус вот такая история с террасами. Вот я сейчас возвращаюсь в северо-восточную квартиру. Давайте вот просто покажу, как здесь сейчас все выглядит. Вот это общая площадь, большая достаточно. Я так понимаю, сюда доступ будет со всех квартир. Если вот из лифта вы вышли, да, сюда можно выйти. Вот, получается, два лифта. И на эту площадку можно выйти тоже как бы и пользоваться. Она вот именно общего пользования. А эти террасы, которые к каждой квартире отдельно относятся, они лично к вам будут относиться. Я так понимаю, но нужно уточнить, они по документам будут также проходить. То есть в Турции есть места террасы общего пользования, да, хоть они могут физически к одной квартире только примыкать, да. Здесь именно, вот я уточню пока на словах, это будет личного пользования терраса каждой квартиры. 4 квартиры, 4 террасы. Вот, и мы вот прошли сейчас насквозь. Я хочу вам показать 13 этаж. Вот здесь так выглядит, видите, стандартная квартира. Заканчивается здесь, и вот здесь есть такой еще выступ, да, то есть еще как одна комната. По сути, она как терраса, либо она будет открыта, либо будет закрыта, но так как есть потолок, в любом случае. Ну, в общем, это тут нужно уточнять. Есть еще 14 этаж, но это уже, скорее всего, вернее, 12-й, мы на 12-м, 13-й и 14-й, да, как будто бы это уже крыша должна быть, так как эти 13-этажные здания, но надо уточнить, похоже на то, что... Ну, скорее всего, это уже будет, да, чердачное техническое помещение. Вот, друзья, так все выглядит. Давайте быстро еще круг сделаю. Это, ну, пасмурная погода, сейчас чуть распогодилась. Вот видно, видите, море хорошо, очень прекрасно отсюда видно. Давайте еще раз вот так вот круг сделаю. А-блок. Тут на горы, конечно, просто панорама потрясающая. 45 метров терраса. Друзья, кто хотел большой террас, с террасой, с красивым видом, панорамным, пожалуйста. Вот мы уже переместились в другую квартиру. Вот отсюда на северо-запад открывается потрясающий вид на море. Все, на этом будем заканчивать наш мини-обзор по террасам. В C-блоке, кстати, будут аналогичные, можно тоже приобрести. Туда физически пока не получится подняться, потому что, ну, видите сами, сейчас только 11 этаж заканчивает. Вот солнышко вышло. Давайте еще раз сниму пока солнышко. Make me feel like a fire. You make me feel like a kid. You make me feel like each other. 5 galaxies swirling in Stefan's quintet. I wanna tell you how I feel tonight. I keep trying but the words ain't right. Nothing's fitting for a kind like you.